Итак, привет, смотри, какой у меня тут вид. Шикарный. В общем, тема сегодняшнего видео, что 10% это жесткая заданность того, что по-любому нам придется пережить, а 90% это наше отношение к происходящему. И на самом деле, исследуя своих клиентов, работая с людьми, я практически на все 100% могу сказать, что вот есть очень жесткая 10% заданность, которую ты переживешь по-любому, хочешь ты или не хочешь, а 90% это твое отношение ко всему, что происходит. Соответственно, важная задача – менять отношение и выводить его в знак, где нету излишнего плюса и нету излишнего минуса, то есть состояние, где тебе абсолютно спокойно и ровно. Как это делать? Скорее всего, при помощи саморегуляции своих эмоций и чувств. И здесь, без работы с подсознанием, ну реально, просто не обойтись. Соответственно, как первый базовый этап, рекомендую медитацию. До встречи в новых видео и помни, есть те 10%, которые ты по-любому, хочешь не хочешь, проживешь. До встречи.